Навес опасно было, и это вновь Джакомо Бонавентура. Мяч к нему, отскакивает. Бонавентура! Удар, гол, 1-0! 1-0 Марко Левайя открывает счет. Это его первый гол. Еще раз смотрим. Бургисса мяч отбил. И видите, дальше здесь борьба. Но Кармона молодец, конечно. Да, формально это он выиграл борьбу за верховой мяч. И мне так показалось. Вот на этом повторе, наоборот, сложно рассмотреть, он или защитник первым коснулся мяча. Так или иначе, мяч пришел к Бонавентуре, и тот отдал голевой пас. Ну вот теперь Джакомо Бонавентура сравнялся по количеству голевых передач с Херманом Деннисом. Ну, отбивая, еще раз напомню. И вот видите, высокий прессинг. Маркиньо отобрал мяч. Он уже в штрафной. Удар! Гол! 1-1! Как все просто! Как все просто! Тяжелое поле и снегопад помешают игрокам показать качественный футбол в атаке, что будет больше возни, борьбы, бодалова. Ну, вот видите, уже два забитых мяча. Финальная стадия эпизода, и удар Маркиньо очень точен. Маркиньо в прошлом матче играл по бровке, если помню, останавливает игроков при штрафных. Удар поворотом, гол! Гол! Теория одно, а практика другое. Великолепный удар. Мяч вошел под перекладину, ну и потом опустился уже чуть ниже, уже за линией ворот. Да, пять человек было в стенке. Какой-то ошеломляющий успех. Хотя вот Аталанта снова пытается, и здорово получилось! Гол! 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 Это Марко Левайя! Так же, как и здесь. Видите, Левайя моментально среагировал на то, что партнер заряжает мяч в штрафную. И в силовом единоборстве сумел оттеснить Тарасидиса. Давайте посмотрим. Не... Да нет, по-моему, не было там нарушения правил со стороны Левайи. Хотя грек разводил руками. 2-2. Футболист бьет ногой. Пьянич. Брэдли. И хороший снова пас. Скидка. Гол. Гол. Мне казалось, это пас на дальнюю штангу. А Василий Старосидис. Латераля. Еще раз смотрим. Бил он поворотом или все-таки выполнял скидку. Сложно сказать. Но, возможно, бил. Возможно, бил. Он оценил ситуацию. Это видно было. Он успел посмотреть, где ворота, и очень...